руках мастера мебельной фабрики Алексея Филатова любой кусок древесины превращается в произведение интерьерного искусства. В отделочном цехе он изделия грунтует, шлифует, наносит несколько слоев лака, в том числе огнезащитное покрытие. Мастерством делится с новичками. За 20 лет работы Алексей воспитал уже более полусотни специалистов. Мне всегда нравилось работать с деревом. Получилось, что попал на производство и как бы стал с нуля все учить. И мне именно непосредственно это близко, потому что как бы творческий человек выбрал творческую профессию. Рутиной производства мебели на этой фабрике не назовешь. Работают исключительно под заказ с 1997 года. Готовые изделия здесь производят с нуля. В числе заказчиков Сбербанк, Apple, гостиница «Метрополь». Двери, панели, плинтуса, любая мебель, встроенная, отдельно стоящая. Стойки ресепшн, барные стойки. Все, что вот, в принципе, хочет заказчик, все мы выполняем. Возможно, скоро эта мебель будет не только в офисах именитых компаний, но и в школах, детсадах, химок. В городе планируют строить и реставрировать социальные объекты. Поэтому обсудить перспективы сотрудничества с предприятием приехал глава химок Дмитрий Волошин. Школы, детские сады, будем делать реконструкцию Докородина, Дома культуры. Там как раз вот столярка. Дмитрий Волошин озвучил желание, чтобы именно химкинские предприятия занимались преобразованием города. Мы сейчас проезжаем все предприятия, которые занимаются производством в городском округе Химки. Для нас очень важно, и мы бы хотели, чтобы химкинские компании принимали участие в работе города, в городских заказах. И видим, что здесь на очень высоком уровне производятся любые изделия из дерева. Мы не знаем пока, можем ли мы позволить себе город заказывать вот в таких предприятиях продукцию. Но вот как раз и будут сейчас переговоры с генеральным директором по этому поводу. По словам генерального директора предприятия Андрея Хохлова, фабрика охотно возьмется за любой заказ. Мы хотим участвовать в изготовлении и поставке мебели школам, детским садам. Мы хотели бы участвовать в тендере на производство и установку мебели в новый дворец культуры. И надеемся на долгое и долгосрочное сотрудничество. Правда, одного желания мало. Теперь предприятие должно будет принять участие в тендере и предложить конкурентоспособную цену за свои услуги. Со своей стороны чиновники обеспечат своевременное предоставление информации о планируемых конкурсах.